Всем привет, с вами Воробоц и Братуха. 2796 у нас платины, там была какая-то скидка, я ее, ребята, профукал. Так, получить награду. Вчера, конечно же, был видеоролик по поводу переработки дронов. Что у нас, кстати, за награды? 800 тысяч, 7 платины, в принципе, все. Вот, и пара человек написали: читай нормально, нам не нужны твои кривляки. Ребята, ну, если я меняю голос, меняю, пишу, говорю кривляк, ну, как там это, кривляюсь там туда-сюда. Ребятухи мои дорогие, вы вправе смотреть контент, если вам нравится, и вправе его не смотреть. А навязывать мне вашу точку зрения не надо, пожалуйста. Я снимаю, как я могу, как я хочу, как мне нравится. Понимаете, это YouTube канал мой, самовыражение такое, понимаете? Как вот могу, так самовыражаюсь. Если все время прислушиваться к недовольным, то и останутся одни только скучные новости. Понимаете? Вот, не переделывайте людей вокруг себя. Постарайтесь жить с ними и приспособиться к их не идеалу. Если вы идеальный человек. Ладно, но что очень интересно, вот когда алкоголики пытаются меня учить, это, конечно, вообще жесть. Семья развалилась, жена выкинула, говорит, это, братуха, говорит, я тебя сейчас жизни научу. Я вот тоже могу, например, возмущаться, делать рекламу не по 30-40 секунд, а по 5 секунд. Но это уже бессмысленно. Так, соберем все. Вот, 100 голды. Уничтожай врагов в победных матчах. Надо убивать роботов в победных матчах. Так, соверши покупку на сумму, эквивалентную 5 долларам. И получишь 500 голды. И можно купить, наверное, таких даже 2. Вот, значит, Ильиных Николай только что мне отправил платежную систему 375 рублей на Декубы. Давайте посмотрим, пришли до Декубы или нет. Зайдем в скидки. Да, Декубы пришли, 1755 Декубов, а у меня было 755. Он мне подарил 1000 Декубов, так получается. А, нет. А Дмитрия Федорова я... Дмитрию Федорову большой. Таня, не порщи, пожалуйста. Я снимаю, мне не надо порщания вот это. Поставь эту пятерку на место. Дай сюда эту пятерку. Покажи всем, какую тебе пятерку подарили. Покажи. Не видно. Вот такую пятерку ей подарили на 5 лет. Да, Танюш? Ходит, порщит теперь. Иди отсюда. Иди, иди, иди. А это двойка, да, если перевернуть. Вот. Дмитрию Федорову огромное спасибо, 500 декубов закинул, большое спасибо Дмитрию Федорову, также еще большое спасибо Ильиных Николаю. Ильиных Николай, большое спасибо за 500 декубов и того плюс 1000 декубов, 1755 декубов. Значит, мы можем уже что-то там посмотреть, что-то там купить. К сожалению, вот такая вот система очень бесит. Когда нужно вот так в линию, разработчики ничего поменять тут не могут, наверное, забыли, где находятся кода, которые тут что-то меняют. Так, значит, у нас Фафнир и Хазарды, 4 Хазарда, значит, у нас за 799 декубов. Ребята, пишите в комментариях, стоит ли купить чисто 4 Хазарда. Фафнир, это понятно, он как бы идет в придачу, а вот 4 Хазарда... Можно было бы повесить на Тифона или еще куда-нибудь прокачанных до МК 2 первого уровня. То есть это 800 декубов можно потратить. Призму мы, конечно же, не будем. То есть каждый раз, когда разработчики каждый день дают что-то прокачанное, его можно покупать. И тем самым тогда, смотрите, за 600 рублей у вас будет целая сборка. Что разработчики, кстати, очень задешево все отдают по сравнению с предыдущими годами. Также пишите в комментариях, стоит ли хазарды купить. 4 хазарда, ребята, я думаю, таки это мощное оружие. Повесить хазарды можно куда угодно. Можно повесить хазарда на того же Марса. Можно повесить хазарда на того же Тайфуна, например. Да, вот у меня стоит Тайфун или Тифон. Вот, это на том же Фафнире можно летать. У меня есть Freedom Фафнир, хотя там Фафнир МК2.
первого уровня уже. Вот. На Диметру можно повесить. Ребята, есть куда повесить. Вот, так что пишите в комментариях. Здесь у нас что-то дают, но ничего тут не дают, потому что у нас тут 0-0-0, везде 0 очков. Значит, переходим в другой спецангар. Задание мы уже видели, надо убивать и побеждать. В особой поставке у нас есть сотка. Давайте за сотку откроем волшебный сундук, получим волшебный приз. 500 деталей декал, оружие, которое уже никому не нужно. А его продолжают давать в ивенте. Также у нас еще 50% на ключи, то есть вы можете открыть ключи. Разработчики, кстати, убрали вот здесь за десятки большее количество прохождения, как сказать, большего опыта. За 10, открывая, вы могли дойти за меньшее количество ключей до супер игры, чем за 100 и 1000. Разработчики убрали этот дефект или баг, и теперь все вместе идти. То есть 1000 открываешь, будет равнозначно, что 100 контейнеров за 10. Также шкала и сдвинется. А раньше за десятку шкала двигалась дальше. Вот так разработчики сделали усилия, поработали головой, поработали руками, и игрокам теперь стало вообще насрать на эту черную рулетку. Раньше они хоть до супер игры ходили за десятку, теперь им вообще туда нет смысла ничего тратить. В общем, к сожалению, вот такие вот ребята пироги, но что поделать. Давайте пойдем в бой, посмотрим, что у нас там в бою. Давайте, ребята, пойдем на смерть. Давайте возьмем, конечно же, Готик Марса. Это сейчас пока самый лучший мой робот, наверное. Самый такой лучший, интересный мой робот с этой турелью. Очень интересно его туда закидывать. Вот, видите, парень тоже на пульсарах. Сейчас вся толпа бежит за маяком, потому что за маяки дают тоже какие-то бонусы. Я сейчас на файнтерах. Файнтеры, не знаю, работают или нет, но... Самое главное, ага, там Диметр его прикрывает. По поводу, конечно же, микросхем, вы прекрасно понимаете, что рулить будут всякие роботы, которые от которых можно было прятаться с помощью абсорбера. Вот сейчас меня в данный момент абсорбер спас, иначе бы меня бы уже убили до ластенда. Вот, а вот таким вот херпи, как этому, ему по барабану, есть у него ластенд, нет, он обратно вылечивает все. Даже не знаешь, кого гасить. Сейчас будем гасить медика. Я получил подлечилку. Даже некоторые ребята делают ставки на роботов, какие роботы будут тащить. Я вам тоже предлагаю, ребята, в комментариях под этим видеороликом поэкспериментировать с вашими доводами. Какие роботы на каких сборках будут тащить, уничтожать все живое на этой планете Земля, на этой планете Воробот. Вот, без абсорберов. То есть уничтожать роботов, ну, те, которые максимальный урон наносят, ребята. Без абсорберов маленькие роботы жить не будут. И это моя точка зрения. Но она и... Ребята, посмотрим. И будет правдиво, серьезно. Как у этого робота, например, сейчас нет абсорбера. Было бы у меня оружие посильнее, я бы его уже убил. Понимаете? А если бы у меня сейчас не было абсорбера, он бы меня уже убил.
Мне Нуклеон очень нравится, у них интересный геймплей, оружие накаляется, потом разброс увеличивается. Тебе нужно останавливать оружие, чтобы оно охладилось. Этот парень очень любит серафов или братуху, одно из двух. Мне абсолютно не хочется умирать. Это приятно, что он умер быстрее, чем я. Мне уже оторвали пушку. Значит, мы летим на смерть. Без проблем. По маякам у нас все плачевно. Вот это простите, пожалуйста. Это вот это не специально. Самый крутой робот это вот этот, который сейчас летал. У него в воздухе огромное количество сопротивления. И его трудно убить. Дальнобойщика вешаешь и все. Четыре синих маяка. Самое главное не сдать ни одного маяка противнику. Все, только приземлился. Как вы заметили, приземлился и умер. Потому что у упырю по барабану. Есть у тебя ластент или нету? Он его просто не замечает. Телепортация к противнику. Противник не ожидал. Теперь 4 маяка надо брать на себя. Акустику я хорошо, что не купил, потому что я этими дробашами, ребята, промахиваюсь. Вблизи, что говорить об акустике? Опять по маякам проигрываю. Пойдем к ним на базу. Домой. Очень серьезно такой шаг. Получится, нет, маяк забрать. Уже тут Артур пришел. Отвлекаем на себя Титана и вот этого вот маленького робота. Наконец-то его кто-то подстриг. Очень напряженный момент, победим мы или нет.
Конечно же, хочется победить. Если я сейчас этот маяк окрашу в синий цвет, то мы победим. Я его окрасил. Ну? Есть! Вот такие бои я люблю. Равные по значению друг другу. Бойцы встречаются на поле битвы и побеждает братуха. 6 300 000 урона я настреливаю или там налечиваю. 6 300 000. 4 маяка, 3 убитых, 9 лямов сушка, иные. Вместе с ними упырь и пулемет Дегтярева. Они, как говорится, идут лесом за грибами. А мы на коне. С победой. Ну, давайте еще бой проведем за этот вечер. Большое спасибо, ребята, кто донатит на апгрейд компьютера. У меня поставлено 100 тысяч. Нужна сумма меньше. Но хочу вам сказать, что из 25 на счету у меня только 10. Потому что, во-первых, съедает процент, если вы не на карту Сбербанка пересылаете, а через донейшн. И, во-вторых, ребята, Владимир большую сумму там задонатил, 1015 на танки. Вот, а не на компьютер. На компьютер были, но там 1015 на танки задоначено. Вот таким образом. Вот, так что спасибо, ребята, кто занимается донатом в сторону братухиного кошелька. Кто благодарит братуху за видеоролики, стримы, именно вот деньгами. Большое вам, ребята, огромное спасибо. Попробуем турель закинуть. Если она упадет мимо, то я разочаруюсь в турели. Она падает мимо. Если она упала мимо, значит, она появится у меня сейчас здесь и будет стрелять по этим парням уже отсюда сверху. Файнтеры очень быстро разряжаются и очень быстро, очень медленно перезаряжаются. Разработчики не очень долго это оружие держали у себя. Я попробую отойти подальше. Теперь точно турель должна упасть куда надо и работать по противнику. Но по сути, да, она работает. Выходит из этой ловушки турелевый, но турель не наносит ему такого вреда, как ноют нытики. Турель очень медленно. Я не сказал, когда я попадал против турели, я сразу сказал, это не имба. Это нормальное вооружение, отбалансировано, очень легко от него уйти, если противник по вам стреляет турели. Сейчас я очень далеко закинул свою турель. Два танка, Херпи и Фенрир, прошли сейчас по низу. Мои все обоймы, турель не позволяет его убить. Посмотрите, какое огромное количество сопротивления. Удерживает, какой урон вот этот Фенрир. Это говорит о том, что никакой абсорбер ему не нужен. А он у него есть. Понимаете, какая ирония? А вот нам нужен абсорбер, нам, у которых мало хп и нет сопротивления. Сейчас 2 часа мы будем убивать этих двух людей из клана Тутс. А в этот момент противник захватывает все маяки на базе. На этой карте. Кроме нашего того домашнего. И уверенно 4 маяка... шкалу тратили, но почему-то по шкале мы выиграли. Это Хуц или Тутс, не знаю, но он уже взял Титана. И сейчас вот этими вот волшебными пушками будет выжигать нас всех. А этот парень взял Ваджу. А у меня пушки на перезарядке.
Сейчас его товарищ Титан убьет меня. И моя турель пропала. Минус. Робот, который уже считается устаревшим. Вернее, даже не робот, а Титан. Ваджа с двух выстрелов убрала меня, я ее не смог. Элементарно. А мы проиграли. Это пипец просто с этими замедлялками. Он бегает быстрее, чем я. Все поотлетало, но союзники помогли его слить. Увы, у меня только Лужан. Блин, ровно идем, ноздря в ноздрю. Если я не спрячусь, я жить буду ровно одну секунду. Ладно, сожрем одну аптечку. Это абсорбер или что у него там? Так долго. Парень, держись, даю щит. Опять хочется победить, но у меня остается последний робот. На ДК их.
Давайте побеждать, ребятухи мои дорогие. По идее, меня в воздухе не должны сильно пробивать. Пробивают. Ну, дождемся, блин. 30 секунд остается. Кто победит? Цумбер собирает маяк. Если он его сейчас заберет, то нам плохо будет. Е-маяк проиграем, зато Д-маяк забираем. Но он может помешать. 11 секунд, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Победа. Ребята, смотрите, вторая победа, да? И при том вытащена на последней секунде. Братуха, какой вклад внес? Никакого. Пятое место 6 миллионов. Представляете, 6 миллионов, пятое место. Что тут уже говорить? Цены идут, видите, на 11 лямов. Значит, Марс и раздоры. Ну, все это первого уровня, к сожалению. Это надо качать. По заданиям, значит. Что-то там лишнее забираем. 6.15. Убили, победились 6.15. Зайдем в операции. Р. Заберем 400 энергоблоков в копилку. Больше призов нет. И третий бой этого вечера играем, ребята. Марс. Жаль, турель не может забирать маяк. Ну что, он ко мне придет? Да зачем ему сопротивление? Абсорбер, когда у него нескончаемое количество сопротивления. Стоял. О, наши проигрывают домашний маяк. Опять клан Чуд или Фуд, как он там.
Наши ребята возвращают обратно маяк. Главное раздолбать мой щит. Этот парень вылетел. Там Диметра его прикрывает. Кошки-мышки. Ну и бой заканчивается. Бой заканчивается в нашу пользу. Быстро. А я 6-е место. Надо было кому-то на зеленке за маяком бегать. Парни проиграли. Фут. Или еще что-то. Да, сори. На этом, ребята, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.